Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Живого ТВ программа «Живьем». Я ее ведущая Каэля. Мы начинаем прямую трансляцию из московского клуба «Трамплин». Я представляю вам наших сегодняшних гостей. В преддверии Дня космонавтики, группа «Гагарин Брадерс». Предлагаю вначале познакомиться с участниками группы. Вот начнем мы, наверное, с представителей группы, держащего самый крупный инструмент. Да, здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я играю на контрабасе. На гитаре у нас играет Алексей Андреев, за барабанами Сергей Галинин, на аккордеоне Сергей Заславский. И пока мест он спрятался, но потом окажется его зовут. Да, вы увидите, вот Алексей Свекацкий. А куда же спрятался у нас вокалист? А вот это видео потом придет. Так и попозже немного. Ага, то есть мы будем начинать играть без вокалиста? Это точно. То есть мы начнем с инструментала? Да. Ну давайте мы начнем с инструментала. Какого стиля играет группа? Вот камера или все-таки какие-то
авторские композиции. У нас есть авторские композиции, но они важны как разработки, и поэтому они пока еще так широко не используются. А так официально называется «Новый ретро альянс». А поподробнее, что это вот за «Новый ретро альянс»? Название такое, как бы, оно просто звучит так. Если будет понятнее по-английски, это new. Да. New ретро альянс. Ну да, такой. Это такое вот нео ретро. Нео даже лучше звучит. Дарю ноу-хау. И смотрю, вышел по комитету, всяко будет петь. Обязательно. Ну, хорошо? Нет, абсолютно. Маша, что у меня с микрофоном? Хорошо, тогда какую песню будете исполнять? Песня называется «Белград». Песня хорошая, вам понравилась? Слушаем. Белграда, жил и Божья ряда, казался близким самый дальний год. Длинная вилка, рука мне приспила, а зон, конечно, не так легко вернул. Длинная цена, кожа жизни снова, www.tv.lv, что на сайте www.tv.lv, который вы можете задавать музыкантам свои вопросы.
А также все наши гости в зале тоже могут задавать свои вопросы. Для этого вам надо просто поднять руку, и я подойду к вам с микрофоном. Сначала вопрос к моим музыкантам. Вот такая униформа у всех. Скажите, пожалуйста, поподробнее, почему? Она очень удобная и привлекательная. Даже иногда мы не спим. Да. Потому что при разных. Но с ней связан маленький секрет, который мы потом вам расскажем. Хорошо, тогда пока наши зрители и гости придумывают вопросы, мы послушаем следующую песню, а потом уже поговорим про историю. Окей. Следующая песня посвящается всем девушкам. Не могла собраться в линии.
конце концов, как буквально в 2008 году уже все сформировался полный состав, замечательный супер, очень хороший музыкант, очень хороший коллектив. И мы начали выступать, и вот сейчас уже три практически с половиной месяца выступаем по клубам. То есть совсем молодая группа. А долго гаем разом? Я бы просто история богатая, да, очень богатая. Да. Все музыканты играют, сейчас продолжают играть на семейный коллектив. Да, Алексей у нас всегда выступает в коллективе Бухмана. И выступал. Алексей Андреев у нас играет Лава Владина, такая очень известная московская группа. Сергей Каин, наш легендарный барабанщик, буквально во многих коллективах, порой время от времени. Но в основном сейчас играет Гарри Барабанс. Он также известный тем, что играет в группе Белвисус, у них достаточно курит по В основном, да, но кроме аккордеониста, в основном на флудете. На флудете играет, и на саксофоне играет. А вообще, какие музыкальные инструменты вы еще владеете? Которые показывают, все уже хотят играть. Когда значит песня, потом продолжим разговор. Я надеюсь, что у наших гостей. Так, ну что ж, давайте посвятим эту песню Министерству водного транспорта. Звучит красиво, да? Совсем не новый поезд, морские деды тревог, не то что рельсы твоя. Как не шути, волнение поезд, ведь ты уже не на земле. Как не реди нас луга дольше, когда плывешь на корабле вода. Кругом вода, 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 судьи вода. Я вспоминаю все сначала, уже давно не пролетал, на самом крышке кричал, знаешь, ты голос задрал. Вода качается и плещет, и разделяет нас вода. Но видно вдруг и свечи прежде, что мы близки, как никогда. Вода, кругом вода, 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 судьи вода. Thank you.
круто, да-да. Ба-да, ба-да. Шути, ба-да. Уходит башенки вокзал, и удаляется причал. Можно все, что ты сказал, все, что в ответе прокричал. Маски медленные волны, не то что рельсы война. И провожают пароходы, совсем не так, как без того. Круто, вода, 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 шути, вода, 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 круто, вода, 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 шути, вода. Девушки, не стесняйтесь, покорите танцевать. Нам очень нравится, что вы делаете. А может, это девушек попросит, если музыкант? Прошу, я не стесняю. Здравствуйте, я очень рада вопросом. А вы имитируете в невесомости? Конечно, как же без удивления. Поэтому такие веселые все время. Вы хотите танцевать, но вы веселее себе. Как вы достигаете состояния невесомости? Девушка, все вы хотите знать. По-разному. Поделитесь секретом с девушками. Какими я знаю? Значит, спрашивали за невесомость. Каждый выделяется по-своему, достигает все свои методы. Кто-то перед репетицией, кто-то после репетиции. Да, куда просто. Есть еще вопросы наших гостей? Может быть, расскажешь, какие еще музыкальные инструменты проезжаете? У нас... Да, вот, пожалуйста, вот, пусть пускай. Даже когда Сергей Бутерин, направо, расскажите, любим. Что я точно знаю, что наш замечательный выдающийся вокалист, помимо вот этого стадонного вокала, да, его присутствует, есть, мы все уже оценили, он замечательно просто играет на гармонии, джаз и не только. Я правда не слышал, но тем не менее, сам факт, что у человека играет на гармонии, это уже говорит о чем-то. Ну, что касается меня, кроме аккордеона, я вообще играю на плечи, саксофоны, мелодики, жаленья, всяких этнических дудочках, мелодиков. В отличие от Сергея, я отлично знаю, как он играет на жаленьях, на саксофоне, на флейте. А что такое? Девушки, они не любят ужинать в одиночестве. Жалейка – это, как вам сказать, очень просто, на самом деле. Если взять волынку и от нее отщепить вот эту часть, которую играют, и не удовлетворить, вот будет, собственно, звук жалейки. Это волынка со звуком жалейки. А вроде как это почти то же самое, что у меня гармошка, только что для дозы. Соответственно, нет, гармошка. А вот контрабасист, на чем играет, кроме этого контрабаса? На барабанах, пианино, барабане, трубе и на гитаре. На всем? Нет. Я перечислю только на чем могу. И все прекрасно будет. Автомобиль. Радио. Барабанщик. Я сейчас я жалею. Он вообще сколько раз говорит? Вы, наверное, так поближе к вам принесите, и позвольте очень много. Кроме гитары, на чем играете? Барабанщики гитаристы оказались настолько оригинальны, они играют на гитаре и на барабанах. Смотри, как играют вообще оригинально, а? Хорошо. Слушаем следующую композицию. Что это будет за песня?
Очень романтические песни были. Thank you.
один маленький вопрос. Вот женщины уже в космос давно летают. А скажите, пожалуйста, в вашем коллективе предполагается быть женщиной-космонавтом? Очень хороший и правильный вопрос. Есть жены космонавтов. Вы думаете, этого недостаточно? А как же феминизм? Никакого феминизма, все круто. Только ленизм. Равноправие. Добрый вечер. Можно вас поинтересоваться, на как воспринимаете программу в турецкой шапке? Вы говорите, что турецкая шапка? Да. Сначала было трудновато привыкнуть, потом я в нее влюбил. Вжился, да? Братство всех народов на планете, потому что космос как бы объединяет всех. Но безграничен. Космос на всех повесит? Торше. Ну, кому-то да, напоминает. Ну и потом с гардеробщиком переговорим после вашего замечания. По-моему, это была последняя песня из этой шапки. Смычок? Это эксклюзивно, чтобы... Дим, достань, пожалуйста, смычок. Надо выйти в чеку. Еще вопросы есть? Гардеробный. Хорошо, пока придумывают вопросы дальше, кто же решит попадиться? Ну что ж, сейчас будет такая прикольная, веселая, суперизвестная песня. Сделаю ее по-своему. Thank you.
медитации. А вы сами когда-нибудь, когда ездили на гастроли, опаздывали на поезда? Был один случай, когда мы приехали с менеджером нашим, кстати, продюсером, хочу признать, Александр Голович, Саша Арстанин, садини вам. Саша. Мы приехали в Петербурге не на тот вокзал, и практически до самого отхода ждали, когда нам первым на тот поезд, а потом просто сами на билеты. Поняли, что за 10 минут уехать на другой вокзал. И мы это сделали. Мы успели, ворвались, все-таки побежали и уехали в Москву. Эта песня была написана специально для нас. Давным-давно авторы об этом даже не догадывались. Это бывает. Просто очень хорошие авторы. За правдой планшеты, космические карты, и штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте, Григорий, споем теперь стартом. У нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны вверх. Молчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Когда-нибудь годами не помним мы друзьями, как по дорогам дрожным великим первый путь, как первый сумел достичь заветной цели, и на родном лице мы со старыми взглядом. Я верю, друзья, кровавый ракет, чтоб нас вперед за звезды, за звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Следы.
замечательный выбор музыки. А какие, какая еще музыка вам близка? Какие зарубежные музыканты вам близки по духу? А как вы говорите, все группы или какие-то отдельные? Ну, допустим, вам. О, мне очень много. Вы очень классно смотрите, да? Спасибо вам, что нравится? Мне очень много различной музыки нравится, совершенно разной. И как-то и современной, и старой, и рок-н-ролла, и джаза, и отечественной. Очень много. Очень-очень-очень много. Я даже чем-то не ломал. Я думаю, тоже. У всех вкусы разные, понимаете. Что-то любит одно, как-то другое. Особенно, подождите, кто-нибудь что-нибудь особенное хочет приснуть, особенное что-нибудь? Ну-ка, объясните особенное. Я не знаю, насколько это особенное, как все знают этих исполнителей, просто можно сказать, что я всеяден от народной музыки до попсы, до фолка. Просто есть хорошая музыка, есть плохая, да? Вот, допустим, я люблю Фрэнка Синатру, да? Я люблю Тома Джонса, я люблю Стиви Вандера, я люблю Принца, я люблю и так далее, да? Эл Питера, естественно, Армстронга. Можно перечислять бесконечно. Как космос. Бесконечно. А у нас барабанщик, гитарист. Расскажите своим. А вот гитаристу спросите, подойдите ему поближе микрофон, принесите, он вам такого расскажет. Вы уже ему не даете микрофон, он спрашивает, а микрофон подпить, понимаете? Микрофон, пожалуйста. Я думаю, что конкретно мне ничего не придется. Все, что нравится. Джаз, какую музыку хочешь? Джаз. По сути, люблю все то же самое, что сказал барабанщик и Алексей. То есть люблю и джаз, и без того, что люблю подробасить. И разнообразную саму музыку, да, и попсу хорошую. Помимо этого, еще мне приходится слушать. Ну, как приходится. Мне нравится, мне составляет определенную композицию. Сейчас я начал заниматься на дудуке, на армянском инструменте, поэтому мне приходится вам слушать эту музыку, тоже армянский, грузинский. Хорошо, еще вопросы у нас есть? Про шапку больше не задавайте. Тогда мы слушаем следующую песню. Можно задать, в принципе, про тапочку, бывает. Но это после следующего. Окей. Thank you.
так всем, счастье кажется рядом за всем. А если далеко, 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 далеко. Пусть высоко не растут и воздержат, и лучше трудят, и не будь гораздо светлым. Но сквозь все труды и недостойности ты будешь видеть незаметную тропу. Да не носи его на тропе обязательно, сверши без силы, посмотри на меня внимательно. Если за мной такой, вот ты друзья мой твой, и улыбка чистится за тобой, мой песня, мой. Пусть ты нам, счастье всем, счастье каждый рядом со всем. А идти, далеко, 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 далеко. Пусть ты нам, счастье всем, счастье каждый рядом со всем. А идти, далеко, 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 далеко. Я благодарю клуб «Трамплин для роботов принципа» и предлагаю послушать заключительную песню сегодняшней трансляции. Ну что ж, давайте сыграем суперизвестный твист. Он стал известным в исполнении Муслима Магомаева. Кстати, один из моих любимых певцов в плане музыки. Наш город светло, от вещей далеко, и мечтал до зарей, призыв ты, братья, по широким проспектам. Лучший город земли. Thank you.
Оставили на конце еще, девочки, вы великолепны. Девчонки, молодцы, спасибо.